Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить коктейль на основе кофе, сырный капучино. Коктейль был придуман барменом из Москвы Антоном Купчиным для конкурса Barline 2020 и является безалкогольным. Наливаем сироп карамель, 15, можно 20 мл, кто любит по вкусу. Кладем сливочный сыр, примерно грамм 50. Трем грецкий орех. Молоко. Ну, нам нужно налить столько, чтобы было до конца в этой банке, да? Поэтому я наливаю без шигера на глаз. И двойной эспрессо. Наливаем эспрессо. И вспениваем. Переливаем в наш бокал специализированный до конца и украшаем сыром брион. Ваш сырный капучино готов.